уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Атан. Уважаемый Светлочка, здорово! Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светланы из города Берсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалке, рисуем нейрографику и пьем кофе. Я делаю свой день прекрасный. Я двигатель. Всем привет, мои дорогие. У нас такой бардак, потому что ночью и сейчас идет сильный дождь. И такая вот аварийная ситуация на балконе. Сегодня я не буду вам показывать море, потому что я сегодня не пошла. У меня сегодня очень важный день. Еще, хотя я собралась с утра, но потом резко пошел дождь, и я решила заняться делами. Тем более звонки постоянно с утра, люди не спят по бизнесу. Очень такая работа идет. У нас, кстати, пользуюсь ситуацией, могу сказать, что мой бизнес, который многим действует на нервы, золотая платформа выпустила свою криптовалюту. И она сейчас по 1 евро, ее покупают очень в большом количестве все. И вот из-за этого я решила остаться и не пошла на набережную. Сегодня будет как-то так. С утра пришла соседка и, наверное, час сидела там. Она, муж делал ей, настраивал телефон. И вот я ее спросила, что мне делать с этим растением. Она мне сказала, что их всех надо обрезать. И сейчас я буду их подстригать. Может, не сейчас, а может, завтра. Это однозначно. Смотрите, у меня уже тут появляются цветочки. Она говорит, я и эти. Все надо подстригать, оказывается. Видите, я не знала. Ну вот, буду заниматься. Когда, не знаю, но точно подстригу их. Посмотрите, какой суп я себе готовлю. Грибы, брокколи, морковочка и оливковое масло добавлю, и петрушку, конечно. Вот такой у меня будет суп, а здесь я себе готовлю. Смотрите. Фраса, вот этот порей лук по-русскому. Сейчас я это зажарку помешаю с готовой чечевицей. И будет у меня такое вот на маслице. Чуть-чуть оливковое добавила сюда. Болгарский перец, помидоры и воды. Она уже испарилась, сейчас буду мешать с чечевицей. И приятного мне аппетита. И буду кушать это с куском курицы. Пока-пока. А еще я решила добавить вот отварное филе, чтобы было повкуснее, посытнее, да? Ну, а вот и мой суп. Лук добавила. О, кто-то пришел. Интересно, это кто пришел? Сейчас помешаю оно это все. И потом я добавлю зелень. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина, свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисование нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сторис моя каждодневная жизнь красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение, а также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана. Друзья мои, получили посылку. Давайте посмотрим. Ашка, сын Мада и Ардмджия. Ач. Вы знаете что? Я знаю это, от кого это. Так приятно. Потом расскажу вам полностью. Адана Актарма. Дикат. Кырылыр. Чокергенч Варбуне. Итак, Алабилир Мысын. Долго пришлось открывать, потому что очень хорошо упаковано. Так, 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 так. Тарарара. Чабук, чабук, ашкамбирас. Поздравления с Новым годом! Happy New Year to you! Happy New Year! Happy New Year! Какая красота! С Новым годом! Посмотрите, мои дорогие! Посмотрите! Что там упало у нас? Ашки, мачма!
Здесь шоколадки, Пошла, короче. Как говорит, это покушаем. Посмотрите, это мне моя подписчица Ольга Соболева послала вот такие конфеты. Ее подружка живет в Турции. И вот она сделала заказ. Так приятно. Спасибо, Олечка, вам. Скажи спасибо, Ашкин. А тут точно я зашла на сайт этой девочки, которая в Турции работает. И она, кстати, смотрите, у нее телефон там. И она... Хадашкин, ачсен она. А ну, открой, а то, блин. Некадар гюзель. Посмотрите, какие конфетки. Фабрика Диль. С этим, с клубничкой. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну и там тоже не будем открывать. Ачма. Ну там ач-ач, там ач. Королев. Ашкам быстро бы. А вы ашкам шимли и меспрес. Илбашила. На Новый год. А, такие же конфетки. Посмотрите, раз, два, три. Сейчас будем пробовать. Будет кивинирвы. Масл шимды едят, запишем ды олмаз, и кибин ермейки лязем емек, 2022. И кибин ермейки. Очень красиво, да, мои дорогие? Вам понравилось? Мне очень понравилось, очень. Супер. Прямо так и хочет он поесть. Ну ладно, покушает. Я за 30 дней не съела ни одну конфету. Так хотелось сладкого. И вот сейчас при вас съем две штуки. Посмотрите, какая красота в виде игрушки, а внутри клубника. Сейчас попробую, скажу. Очень вкусно. Аж как две штуки съел. С кофе вместе. Мухташем, не имяшкам. Как вкусно, друзья. Хочу попробовать шоколадную. Каждая начинка, вы видите? Миндаль. Твердый шоколад. Кто живет в Турции? Вот такие подарки можно сделать кому-то на Новый год. Олечка, благодарю вас за тот сюрприз, который вы сделали нашей семье. Мне очень приятно. Вы знаете, что я посылок мало получаю. Был год назад, мне прислала под Новый год посылку Светлана из Москвы, из Марокко, ее муж из Марокко. И вот сейчас, год спустя, вторая посылка от моих подписчиков. Большое спасибо вам. Всех вам земных благ желаю. Я готова к вебинару. Нарисовала еще один алгоритм. Еще один алгоритм. От ужина я отказалась, несмотря на то, что я приготовила себе грибной суп и еще что-то там. Я вот себе приготовила кофе, воду и мандаринки. И вот еще у меня нейрографика. Будем ждать, друзья мои. Будем ждать победы. Какая не есть победа, но будем ждать. Вот, мои дорогие, марафон скоро начнется. А вот я, мои дорогие, вот я жду, все как приготовилась. Пальчики, пальчики за меня. Но знаете что, я не гонюсь за победой, я уже победила. А там как уже Бог расположит и Вселенная, правильно же? Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.